Самые яркие события и новости Орска прошлых лет смотрите далее. Пусть он ни разу в жизни не видел море и живет за 3000 километров от ближайшего побережья, этот день юнга Анатолий Гуров считает особенным. Служить на Черноморском флоте – его мечта с 5 лет. Ну, как вам сказать, ну, там красиво, там, ну, многие люди несут там службу, считай. Там базируется наш корабль, ну, в Орске. Большой десантный корабль «Орск» ученики морского клуба могут видеть только на картинке. В Севастополе находится и базируется наш подшефный корабль. Это большой десантный корабль БДК «Орск». Сегодня здесь даже занятия посвящены одной теме – истории Черноморского флота. Хоть в клубе и нет строгих разделений на флота, разница, считают учителя, лишь в кораблях. Но вот служба едина для всех. Служба на кораблях, она отличается только по типу кораблей. А служба, она везде служба. Служить надо, служить почетно, и только отслужившие юноши становятся настоящими мужчинами. Лида Сагитова – одна из немногих девочек среди мужского коллектива. Она тоже мечтает связать свою жизнь с морем, пусть хотя бы чисто теоретически. Мне кажется, это в любом случае пригодится. Ну, например, вязание узлов тоже может во всех случаях пригодиться где-то. Может даже вытащить машину, если там где-то застрянем. С родителями, с семьей. Строевая подготовка тоже, чтобы ходить лучше. Здесь в клубе она не одна, кто научился завязывать крепкие морские узлы. Главное, чему здесь можно научиться, так это завязывать крепкую морскую дружбу. Я узнала, что дружба, как у моряков, крепкая. Мне, ну, я для себя приобрела много новых качеств, таких как стойкость, настойчивость некоторым даже образом. Увидеть ближе военные корабли эти дети смогут после завершения учебы в клубе. До окончания первого этапа у многих еще пару лет. А пока учеба морскому делу не останавливается здесь даже на празднике. Ирина Самокутяева, Сергей Абрамов, Бюро ТВ-проектов.